Музыкой я занялся после школы сразу. Ну, даже в школе мы там ансамбль какой-то создали. А живопись, ну, если это можно назвать живописью, то, что я делаю, оно музыку сопровождает всегда. Изначально я начинал как вот играть музыку, такой панк-рок, как бы, да, и, соответственно, все мое мировоззрение такое, скажем так, панковское, и, соответственно, и живопись такая, как бы. То есть это такой панк-рок вот на картинах, собственно говоря. Я сумасшедший, так думают люди, меня не исправить и не излечить, но я не могу быть домашним животным, таких, как я, нельзя приручить, но я не сдаюсь, не ищу компромиссов, меня не пугает ваш дьявольский смех, сижу я один в пластмассовом танке и продолжаю войну. Я-то петь и играть не умею, я не музыкант вообще и не художник, да, а вот музыканты, которые у меня в ансамбле участвуют, те, да, профессиональные музыканты, допустим, басист, он там вообще весь такой джазовый, ему мало места вот ду-ду-ду-ду играть, ему надо вот много, чтобы было, чтобы он там, чтобы вот наиграться, я не знаю, насколько это интересно зрителям, но тут дело-то в музыке на зрителя не особенно не ориентируешься, тут как бы вот что душа требует, то и как бы делаешь. Там у меня тоже секрет должна быть. Вот это мастерство. Копирайт и заработок. Ту музыку, которую мы играем, она не коммерческая. А во-вторых, она, на мой взгляд, не очень талантливая. То есть, по большому счету, какая-то фигня. И, собственно говоря, о каких копирайтах может идти речь, когда там, слава богу, если это кто-нибудь скачает, там какой-нибудь набредет, там, типа, и скачает. О, круто. И одним, так сказать, слушателем станет больше. Я обычный советский продавец клея. Я клей продаю. А так как клей продавать очень скучно, а с Васей Ложкиным очень весело, вот, я еще бумкаю Васи Ложкина. Вася Ложкин гений, а вы сурковская пропаганда. Рок-звездами становятся, как правило, юные какие-то там, красивые, сексуальные там. Поэтому, ну какая из меня рок-звезда вообще? Ложкин крут. Это раз. Все так причем говорят. Да. Все с этого начинали. Меня тоже зовут Вася. Я надеюсь, что мне не пойдет частичка славы Вася Ложкина. Потому что ты тоже Вася. Благодаря коллективу Эбонитовый Колотун, панк-джаз-бенду, нашему самому клевому и самому лучшему. Я работал дворником лет 6. Вообще, у меня прабабушка работала дворником, бабушка работала дворником, мама дворником не работала, но, может быть, заработает еще. Я дворником-то, в общем-то, осознанно работал, мне нравилась эта работа. Она тяжелая, но она какая-то философская. То есть, там, во-первых, ты на свежем воздухе, ты делаешь мир чище, но единственное, что платят за нее мало, поэтому так бы платили бы хорошо, в общем-то, я бы работал бы и по сей день. Честно говоря, когда первый раз я это увидел, я подумал, что это все очень ужасно, и вообще я никогда в жизни это больше не услышу и не увижу. А потом, неожиданно для себя увидев объявление, ребят, ну и придя очень сильно удивился, потому что действительно другие люди оказались, чем могло бы представиться. Не пьющие, как минимум. Ну, нет, но с водкой у меня отношения, конечно, высокие, что называется. То есть, в свое время я выпил очень много, там, можно сказать, я не знаю, там, цистерну, может быть, целый танкер.
Вот, и чертей видел, в общем-то. Поэтому тема водки, конечно, по большому счету, конечно, я против пьянства. Ну, потому что на своем опыте испытал все это, и я считаю, что это очень опасная штука. Вернее как, я-то, в принципе, не против водки как таковой или там алкоголя. Я против культивирования вот этого эстетики водочной. То есть, типа, круто выпить водочки там с селёдочкой там туда-сюда. Все это вроде как бы кажется, что это какая-то здравая такое в этом есть момент там. Но, как правило, это заканчивается какими-то жизненными трагедиями. Я верю, что случится глобальный катаклизм, когда на всей планете наступит коммунизм, и вместо воды из-под крана потечет водка! Водка! И вместо воды из-под крана потечет водка! Водка! Не будет экстремизма, насилия, войны, и золото, бриллианты станут больше не нужны, когда вместо воды из-под крана потечет водка! Водка! Когда вместо воды из-под крана потечет водка! Водка! Еще работал я на свалке, в пункте приема стеклопосуды. Работал сторожем, конечно, тоже. Потом я работал, опять-таки, в газете. В газете писал какие-то статейки. И, в общем-то, ну, прикольно было. Но скучно. Я лучше буду читать. Хотя читать тоже не интересно. Конечно, мне нравится русская литература. Вот эта классическая русская литература, я считаю, это самая литературная литература просто из всех литератур. Она самая интересная, самая вообще такая вот глубоко копающая такая. Ну, недаром это все-таки называется великая русская литература. Задули ветра демократии, запела контрреволюция, и постмодернистские щупальца вонзились мозги усталые, кишат всюду и размножаются. Демоны, черти, не люди, активисты, шпионы, фанатики, воинствующие безбожники, средства массовой информации, нефть, газ, электричество, доллары, полет процессов мыслительных, кишечных стихов, инфекция, а не стихи, то слоганы, купи, обожрись, возрадуйся, вечерком насмотрись теле ужасов, жене измени и родине, душа твоя в мясе купается, детишки в помойке роются, говно по земле. Рассыпаются реформы, кризис, истерика. В глазах кровавые зайчики, Бен Ладен, интернет-версия, глобальное потепление и через полчаса апокалипсис. Не могу сказать, что я там проводил какие-то там исследования маркетинговые, да, чтобы так, ага, людям нравятся ужасы, буду рисовать ужасы. Нет, просто, ну так оно получается. Вообще картины рождаются, они же, ты вот что-то вот видишь, что-то слышишь, о чем-то думаешь, все это записывается там на жесткий диск, но оно же не хранится в том виде, в каком ты это запомнил, оно перемещается в подсознание, там в этом подсознании вообще неизвестно, что происходит. То есть вот такая вот каша. А потом вот так вот оно в тебя выдает твое вот это подсознание во сне какие-то картины тебе, ну или там какие-то вещи. Не скажу, что нечто мной управляет, и я вынужден вот рисовать там вот этих бабушек безумных, а инопланетян хочу нарисовать, но не могу, потому что вот вскакиваю среди ночи и вот это... Нет, но не дошли руки еще пока до этого. Я тебя не вижу, я тебя не слышу, я тебя не знаю, никогда не полюблю. Ты такой нарядный, популярный, модный, ходишь, улыбаешься, для меня ты мертвый. А будет когда-нибудь песня про счастливую любовь, про взаимную? Самое, да? Ну-ка, что, ты? Да. Будет? По-моему, да. Потом. А то у меня уже кармически как-то неправильно. 4 так.
Блин, ну, можно сказать, что это какая-то такая, типа, психологическая травма, там, ну, в детстве, там, меня, типа, била мама, там, или еще что-нибудь, так, какую-нибудь чушь придумать. Ну, просто, на мой взгляд, это... Вот, момент. Женщина все-таки существо красивое. Ну, они такие вот, они нарядные, у них там глаза такие вот, эти губы, там, все вот это вот такое. Мужик, он немножко по-другому смотрится. То есть, чтобы женщина красивая, да, ее надо вот красиво нарисовать. Я красиво нарисовать не могу, поэтому рисую что-нибудь страшное, как бы такое. Ну, и чтобы смешно было, там, мужчина подкаблучник и там доминирующий над ним какая-то безумная тетка, там, которая там... Злых как таковых нет, вот прям злых. Есть просто в таком нервном состоянии, взлом. Ну вот как любой человек, он может разозлиться и может быть очень ласковым и добрым, а может быть злым и каким-то агрессивным. Но я думаю, что есть и очень добрые у меня персонажи, не только котики. Но котики, они просто добрые сами по себе, они клевые. И хотя они тоже не шибко добрые, на самом деле. Если кто знает, кто держит кошек дома, тот должен понимать, что это не такое уж простое существо. Ваше искусство, ваш креатив, весь этот ваш гнилой позитив вашу землю украсит только ядерный взрыв. А если ты ночью встретишь меня, беги, потому что я могу сожрать твои мозги. Я победил. Никогда не было желания кем-то стать. Вот с детства, вот как вот, допустим, в школе дети пишут сочинение, там, кем я хочу быть. Сочинение у меня писалось хорошо. Я вот помню, писал, там, хочу быть поваром, например, расписал, так вообще очень здорово, красиво, поставили мне пятерку за это дело. Вообще у меня сочинения хорошо получались в школе писать. И, но ни слова правды в этом не было. То есть, ну, каким поваром, ну, господи. Никогда не хотел быть, там, танкистом, не хотел быть космонавтом, не хотел быть милиционером, врачом, да вообще никем. Вот никогда не хотелось с кем-нибудь быть, и всегда хотелось не работать. Вот делать все, что угодно, лишь бы не работать. Также пошел в институт, в педагогический, потому что туда было, на мой взгляд, легче поступить. Как бы. Там я проучился какое-то время, потом бросил. Потом поступил уже на юридический, в юридический институт. Естественно, ни дня не работал юристом. У меня вообще была мысль там поступить на какой-нибудь художественный этот еще в школе, но я, помните, читал, какие требования для вступления, поступления в институт. Там надо было какой-то рисунок нарисовать. Я подумал, ну что я нарисую? Я же ничего не нарисую, поэтому ну, так. Я не профессиональный музыкант. Наверное, как может быть, многие из нас. Просто очень нравится и поиграть вживую, поиграть перед людьми, и даже просто поиграть с хорошими, интересными музыкантами нравится и хорошо, собственно, и все. За что я люблю родину? Ну, это моя родина, как бы другой нету. Любить ее, не любить, тут как-то не задаешь таким вопросом. Куда-нибудь в Америку уехать жить, да, во-первых, я никому там не нужен, а во-вторых, ну, а что я там буду делать? А это все другие люди, как бы, все чужое там. А вот Киев, например, мне очень нравится, он красивый очень город, и такой приятный, и вообще киевляне, это такие очень, ну, добродушные люди, такие, ну, приятный народ вообще, очень приятные киевляне. Матрешка! Yeah.
думаю, что русофобом и предателем меня считают люди, которые, в общем-то, не большого ума, потому что каждый человек видит то, что он хочет видеть. Если он изначально настроен на какую-то такую агрессивную волну, все, что не вписывается в его мировоззрение, да, в его концепцию красоты, значит, это враждебно, значит, это зло там и так далее. Но никакой там ни русофобии, или даже да и патриотизма там никакого нет. То есть это вообще о другом. В каких-то в произведениях, в картинах речь идет о какой-то вымышленной родине, а не настоящей. Подмосковных улиц кто-то страшным голосом крикнет, до него пыль дикого зверя, это русской души песня. Слава России! Не все нравится то, что происходит вокруг нас. И, ну, бывает реакция, конечно, такая. Это не какая-то целенаправленная вещь. Ну, например, не нравится мне поведение моего соседа, там, алкоголика, да, и я могу о нем песню написать. То же самое мне не нравится поведение коррумпированного какого-нибудь чиновника. Как бы и о нем там. А потом мне понравится закат, например, какой-то красивый. Я о нем напишу. Я видел вот фотографию опускающегося Путина на дно морское. Ну, вот прикольно, как бы. Вообще, я тут задумался об этом. Мне кажется, если вот взять, вот рисовать картины, взять большое полотно и на нем там рисовать как можно больше политически узнаваемых персонажей, там Путин, я не знаю, кто там у них там, Медведев какой-нибудь, там Жириновский, я не знаю, Навальный, то эти картины будут популярны, их будут там пересылать, нажимать кнопочку лайк там в социальных сетях. Но это, ну, как бы путь, мне кажется, не в никуда. Я-то все-таки больше о вечном размышляю. Бывает, накрывает так вот, думаешь о том, что все какие-то злые вокруг, все что-то происходит, непонятно как. Нравственный облик граждан какой-то совсем уж ужасный. Мир должен сгореть в пучине ядерного безумия. Ну, это, по-моему, очень интересно. Во-первых, конец света, это же не просто конец света, это же какой-то переход в иную реальность, и кто-то пойдет, меньшая часть попадет там в рай, а остальные попадут в ад. Сияние золотых зубов человека в разных свиней под радостный звон семиструнных гитар на нашу планету идет сатана из телеэкранов. Он смотрит на нас с рекламных щитов и желтых газет. Ты можешь его занести в друзья. Среди нас.
Да, сочинение в школе писал, получалось хорошо. Я помню, по Чернышевскому писал, было у Чернышевского произведение знаменитое «Что делать?». По нему по школьной программе сочинение надо писать. Но я написал сочинение, по-моему, написал на 18, ну, тетрадка 18 листов, вот полностью зафигачил сочинение. И при этом я это, что делать, не читал. Потому что, ну, читать это нереально. Но если кто помнит, если вы помните, ну, невозможно прочитать произведение «Что делать?». Это «Сны Веры Павловны», это какая-то такая муть, такая, ой, ужас вообще. Ну, я бездельник. Наверное, так, может, я бездельник, очень, я бы сказал, такой трудолюбивый бездельник. Я делаю очень много для того, чтобы ничего не делать. Если тебе станет скучно, хочешь, будем танцевать электрические танцы, 380 вольт. Любовь. Ну, любовь – это же движущая сила вообще всего. Люди рождаются благодаря любви. Плод любви мужчины и женщины, да, это вот новый человек. Также, наверное, и в большом смысле, то есть плод любви, скажем, Бога к, там, к жизни, к человечеству, вот он родил там все вот это вот. Но любовь, она красивая, и я ее не то чтобы избегаю, просто я не умею делать что-то красивое в силу своей криворукости и как бы неумелости, поэтому я думаю, что о любви должен говорить и там рисовать человек, который это умеет делать. Я вас любил, а может быть и нет. Я вас забыл, ну и черт с вами. Я пью мартини, лежа на диване. А может быть, вас не было совсем. А может быть, я все себе придумал, когда сидел на унитазе и курил. Нет, все-таки я вас любил, но вот убей, не помню, как и где. Я-то раньше как-то к этому относился довольно так спокойно, скептически, да, как-то так, ну, дети там, что-то такое. Сейчас мне это очень нравится, ну, что вот ребенок есть, он... Ну, он очень много такого позитивных эмоций дает так по жизни. Ну, очень много радости приносит, конечно. Ну, и стимул такой к жизни появляется, такой огромный стимул, что надо жить, надо работать, ну, надо вот как-то... Конечно, много там проблем, и начинаются какие-то мысли о том, что вот как же надо все это, чтобы он не заболел, там, чтобы он себя не поранил, и потом начинаешь думать дальше, там, как бы его воспитать, чтобы он там был хорошим человеком, чтобы он там не был наркоманом, там, не был каким-то преступником. Ну, такие уже вдаль мысли идут. До свидания, милый друг, не прощаюсь, я еще вернусь. Мы встретимся снова с тобой, начнем все сначала. До свидания, помаши мне рукой, ведь мы знаем, будет все хорошо, мы в который раз вместе войдем в ту же самую реку. И снова по глине, песку и камням мы пройдем еще не один километр. Пусть под грязью не видно, что белого цвета наш путь по белой дороге. Я бы хотел быть, как любой творческий человек, хотел бы сделать что-то такое вот большое, да? Ну, как вот Пикассо, например, там, нарисовал Гернику, да, вот какую-то Гернику такую сделать, что-то гигантское, там, очень огромное, ну, как огромное, такое где-то 10 метров в ширину и 3 метра в высоту, ну, где это сделать, да, и кому это будет нужно, пока еще не знаю, вот, ну, вот такое бы сделал бы, конечно, а о чем она, ну, думаю, о том же, о чем и все, то есть, как, о какой-нибудь битве этих, как его, темных и светлых сил в голове у человека. Лай-л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 ай
жутко хочется, чтобы нас позвали в какие-то города другие поиграть. Вот это вот очень хочется. Вот. И я как бы всех подталкиваю к гастролям. Надеюсь, что все-таки мы назреем. Да, несбыточная мечта у меня есть, это полететь в космос, но не как астронавт, который летает, космонавт по орбите, а куда-нибудь там вот с инопланетянами, там вместе с ними или там с кем-то в другую галактику слетать. Вот я об этом все время думаю, ну часто, скажем так. Но это, я понимаю, что, да и даже в обычную, на нашу орбиту, но мне там неинтересно, вот как бы там невесомость, там как-то все, надо к этому тренироваться, здоровьем влазить, это неправильно, ну как бы я не настолько крут. А вот в каком-нибудь космическом корабле будущего, да даже не обязательно встречаться с инопланетянами, в общем-то, а вот именно любоваться просто красотами Вселенной, потому что она же вся такая разноцветная, очень красивая, и вот летать по космосу и на звезды смотреть, это вот здорово, конечно. Да что сказать... Не знаю даже, что сказать. Ну, хочу посоветовать всем не обижать друг друга и относиться к друг другу спокойнее. Ну, хочешь дать человеку в морду, он там, типа, по-твоему, не прав. А подумай, может быть, не стоит это делать. Вот я сейчас рассуждаю, как какой-то старый пердун. Ну, да, наверное, так.